Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Как вы любите тему «Кот в мешке», сегодня вот такая огромная посылка. Новый продавец, телефоны из его, как говорится, пользования, собраны за многие лета. И вот сегодня эта посылочка у меня. Да, человек новый, с рейтингом нулевым, поэтому заказывал у него, попросил наложенным платежом, дал ему 200 гривен залоговых и остальное доплатил на новой почте. Лучше сделать так, нежели потерять все деньги. На новой почте, конечно, ребята, скрыл, говорю сразу, потому что человек для меня, как говорится, незнакомый. И потом просто заклеил адрес, чтобы вы не видели. Ну что, начинаем. Телефоны мне, будем говорить сразу, понравились. Телефоны класснючие, такие модели, которых у нас не было. Все торги начались вообще из-за того, что я увидел вот эти телефоны Nokia N80. Я давно их очень хотел. Правда, некоторые телефоны у нас без батарей, без аккумуляторных, но ничего страшного. Все телефоны на русской прошивке. Давайте открывать, смотреть. Или давайте, наверное, я их все вытяну, а потом мы будем с вами смотреть. Значит, смотрите, первый N80. Второй Nokia N73, полностью в оригинале. Music Edition. Далее, второй N80. Ради них, любимых, я и начал торги. Samsung, непонятно какой, не помню уже, но тоже на русском языке, с батарейкой. Далее, Motorola, вот такая вот. Далее, кто-то хотел еще Nokia 6233, этот полностью в оригинале. Смотрите, у меня где-то на доноре есть вот такие серебряные крышки, потому что, как мы знаем, телефон лежит постоянно на столе там или где-то, и травмируются вот эти вот части. Но зато, смотрите, лицевая, кнопки, полностью русифицирован. О, он еще и с картой памяти. Ну, кому-то будет бонусом. Как обычно, вы знаете, и ребенка не заш... Ой, балдею. Так, далее. Смотрите, какой Samsung я нашел. По-моему, это 200. Ага, 500, N500. Если он еще и включится, то это будет вообще жесть. Супер. Синяя клавиатура, ой, синяя подсветка. И он полностью русифицирован, должен быть. Сзади стоит сертификация. Далее. Черный 6233. Сегодня улов у меня шикарный. Смотрите. 6230i, полностью русифицированный. Далее, эта модель, честно, вот тут с головы вылетела. 6070, ну, батарейка трупяцкая. Так, теперь U10i, по-моему, так называется, смотрите. Это у нас Sony Ericsson. Жалко, что нет вот этой крышечки синей. Это сенсорный экран. Тут камера классная. Камера 8 мегапикселей, ребят. По-моему, он с аккумулятора надо будет зарядить. Далее. Вот такой какой-то Samsung с Гуглом. Далее. Какая-то батарейка. Но батарейка палевая. Далее. Nokia вот такая вот красивая, серебряная. Ух ты. Тут тоже АКБшка есть. Так, модель. 6060. Тоже интересный телефон. Вот еще какой красивый, ребята. Смотрите, за что я забыл. Это Nokia N76. Но у него проблема. Гляньте, какая красава. Но у этого телефона проблема с клемником на батарею. Он просто оторванный. Поэтому не знаю, получится, не получится его включить. Теперь Nokia 6233. И какой-то Samsung. Опять же, какой-то, не знаю. Так, все, больше ничего нету. Ништяков. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И самые козыря. 14, 15, 16. Все, начинаем с N80. Руки чешутся уже, правда, его проверить. Так, давайте смотреть, что у нас. В квартире газ. Состояние телефонов неубиенное. Так. Как открывается крышка. Так. Карта памяти, наверное, нету. Ну что, давайте вставлять сим-карту. Я уже приготовил. Этот я, наверное, проверю онлайн с вами. А остальные телефоны буду уже по мере продвижения. Будете мне писать в комментариях, какой вам проверить на следующее видео. Лишь бы была батарейка заряжена. Это моя. Поехали. Есть. Включился. Так, вот у нас слот для карты памяти. Так, о, у нас и карта памяти есть, ребята, класс. Мне повезло, в этом даже карта памяти есть. Их ее не вытянули, поэтому, опять же, кому-то достанется паровозом. Бонусом. Нельзя, неправильно говорю, паровозом, бонусом. Так, дай бог, чтобы он еще работал. Продолжить работу в автономном нет. Приятный бархатный звук. Так, время у нас сейчас 18:20. Окей. Время. Так, 12:02. Чем я сегодня 03 хочется, чтобы март был. 20:20. Окей. Так, без звука. Батарейка слабенькая. В любой момент может вылететь. Так, теперь. Заходим, давайте. Сейчас, наверное, я схожу. Наверное, я схожу за зарядником, и мы с вами продолжим. Так, я включил зарядку и сразу удаляю контакты, потому что он просил почистить, он не успел. А я забыл. Поэтому сейчас чищу книгу контактов, убираю все. Все, поудалял. Было 236 контактов. Все это потом добьем. Так, ну что, вот у нас вход в меню. Так, пишите, какой следующий телефон вам проверить. Так, что у нас, средства, настройки, телефон, общие, русские, украинские, все языки присутствуют, отлично, дисплей. Так, подсветка у нас на полностью назад. Теперь, что мы можем сделать? Мы можем поменять темки, да? Настройки, и это у нас будет телефон. Общие, что у нас есть? Язык, язык кода, приветствие, стандартные настройки. Так, давайте, наверное, сделаем стандартные настройки. 1, 2, 3, 4, 5. Окей, вышел зайчик погулять, да. Сейчас телефон сбросится на заводские настройки, и мы с вами продолжим. Так, давайте смотрим Nokia. Nokia, по-моему, должна была быть батарея. Так. Ну, телефон полностью в оригинальном корпусе, не китайский. Серия Mi Millennium. Ой, музыкальный Millennium. Так, ну вроде включается. Дальше. Что у нас это Nokia? Батарейка разряжена. Ой, звук класснючий, ребята. Балдею. Так, ну давайте сразу поглядим лайфтаймер. На них можно сразу посмотреть. 430 часов, ребят. Нормально. Камера работает. Все родное. Джойстик не угашенный. Работает отлично. Так, окей. Выбираем.
Раз, два, три, четыре, пять. Это у нас получается видеозапись. Отлично. Дальше. Сейчас сделаем фотку. Фотка делается вот так. Отлично. Оптика Carl Zeiss. Ага, ну чуть-чуть залапано. Ладно. Но фотка получается. Балдеж. Так, давайте проверим микрофон. Микрофон у нас где проверяется? В офисе. Да, вот он. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяем микрофон на наличие на брак. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Так, а вот клавиши выломаны. Ха-ха-ха. Громкости нету. Придется доставать паяльник и делать. Видите? Да, плохо. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяем микрофон на наличие на брак. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, все работает, но зато, видите, обнаружили, что вот эти вот кнопки, скорее всего, они даже могут быть и не выломаны, а просто угашенные. Потому что один раз так разбирал Nokia, кнопка просто залипла и все, и не включалась. Так, ну что, зарядился наш бодрячок. Во, то, что я люблю. Теперь заходим в меню. Выбираем офис. А нет, средства. Дальше, настройки. Так, телефон. И вот дисплей. Датчик света. Все отлично. Все светится ярко. Тут даже стоит у нас сим-карта, так что мы с вами можем смело позвонить и проверить заодно вот и громкость, где у нас качели. Качели нет, у нас получается курсор. Так. Нажал не туда, куда нужно. Так. Все, ребята, и там громкоговоритель работает отлично. Только для нас и только сейчас. За руб 22 вы получите... Что-то вы получите. Так. Быстрый доступ. Обалденно. Так. И что я хотел проверить? Что? Микрофон. Во. Еще хотел проверить микрофон. У нас он в офисе. Так, вот он, диктофон. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяю Nokia N80. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяю Nokia N80. Раз, два, три, четыре, пять. Супер. Ребят, доволен. Все работает. Ну, давайте глянем лайфтаймер. Так, звездочка решетка 92, 7, 0, 26, 89, решетка. 260 часов. Ничего не кручено, не паяно, не маяно. Вот оно. Произведется легкая косметика, так как телефон не убитый. И все будет бенч. А что у нас еще должно здесь быть? У нас должен работать хвотоаппарат. Так, а хвотоаппарат как у нас включается? Так. Изображение, мои приложения. Давайте посмотрим изображение. Так, вот камера. Скорее всего, может лицевая камера включиться. Нет, задняя включается. Все отлично. Выбираем. Тут, видите, можно выбрать цветочек, пейзаж или общее. И вот она отображается. И сейчас заодно проверим кнопку. Та! Ребята, с полтыка чпок. И телефоны все щелкнулись. Все, доволен. Отключаем этот телефон.
И переходим. К какому, ребята, с вами телефону перейдем? Давайте посмотрим вот этот вот Samsung. Еще сейчас уже 13 минут. Давайте потерпите меня чуть-чуть. И потом будем по каждому телефону отдельно работать. Так. Разбираем. Made in Korea. By Samsung. Батарея, кстати, не вздута. Отлично. И она еще оригинальная. Так. Так, еще и карта памяти в этом есть. Ну все. Ставлю его пока на зарядку. Пусть заряжается батарейка. Аккумуляторная батарея будет заряжаться. А мы пока с вами проверим Samsung. Потому что следующим у меня на проверке будет Nokia 6233. У меня много людей ее просили. Но там придется, да, найти серебряные панели. Где-то у меня были. Сделать из него такого уже супер-шмупер красавчика. Так. Все, зарядочка пошла. Я боюсь, что он не примет Киевстар. Потому что все вот эти Samsung или работали с Лайфом в Украине, или с МТСом, Vodafone сейчас. Samsung N500, подождите. Ну, будем надеяться, что рабочий. Давно я хотел такой хороший телефон. Что-то интересненькое. Ну что мы долго ждем, да? И ждем, и ждем, и ждем. И ждем, да, скорее всего, он его не видит. Вот это, конечно, обидно. Ждем и ждем. Сейчас я пока посмотрю сим-карту. И ждем, и ждем. Да, ждите, написано. Жди, говорит, ответа, как соловей лето. Есть у меня вот одна. Водофоновская. Сейчас проверим ее. Если только она от старости не загнулась. Ладно. Так, нельзя высовывать. Ну, извините. Подвиньтесь. Так. Поехали. Видите, то, что я вам и говорил, я был прав. Потому что у меня такие телефоны были. Ну, не знаю, почему они. Что там за такой... Ой. Что там такая за связь, что... Именно МТС. Сейчас у нас он Vodafone называется. Dual Bank. Да, что-то он тоже не видит эту симку. Обидно. Тун-тун-тун-тун, тун-тун, тун-тун-тун-тун. Так, ладно, пусть. Не, не хочет. Напишите в комментариях, кто знает, почему он не хочет дружить с этими симками. Гляньте состояние, ребята, телефона под капотом. Киська. Киська-мурлыська. Люблю такие телефоны, которые не убитые. Честно. Тащусь. Ну что, дай бог, чтобы он включился. Чтобы не получилось разочарования. Нет. Разочарования нету. Пока. Так, 18.30. Ребят, ставлю от фонаря, поэтому и 12.02.20.20, окей. Какая-то непонятная тема. Сейчас мы все с вами. Меню, галерея, карта памяти. О, карта памяти здесь есть. Клипы, новая папка. Артур Пирожков. Надо все это постирать. Чтоб меня не забанили. Так, это все сейчас мы сотрем. Темы, графика. Ну что, сделаем давайте с вами
Первое – это дозвон. Как работает телефон? Не понял. Проверить режим определителя номера. Ха, не хочет что-то, не понял я. Не понял. Так, ладно. Сейчас что мы сделаем? Мы сделаем с вами отвали на пол вареника. Мы с вами сделаем сброс на заводские. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Вот так и радуйся. Видите, вроде состояние класснючее, а могут быть какие-то проблемы со связью. Поэтому, ребята... Не. Спасибо, что позвонили в Киевстар. Вы в меню управления услугами без помощи оператора. Магия сброса на заводские настройки. И так работает, слышно, классно. И так работает. Зачетка теперь. Вот, вид главного меню. Видите, можно список, значки. Я люблю значки. О. Так, и теперь что мы сделаем с вами? Проверим микрофон. Так, это камера. Где у нас микрофон? Так, карта памяти. Нет, а где микрофон? Ребят, я не помню, честно, в этом где он. Ой, я балбес. Шарик говорит, ты балбес, вот диктофон. Раз, два, три, четыре, пять. Nokia 6233. Проверяем микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Функция воспроизвести. 6233, проверяем микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Все, микрофон работает. Теперь давайте посмотрим мелодии. Так. Да, надо громкость сделать погромче. О! Котенок. Бомба. Так, ну давайте глянем его родной лайфтаймер. 92-7-0-26-89. 1 час 40 минут. Ха-ха-ха. Бомба. Так, 7-й год. Я же говорю, что телефон не уложенный. Потому что такое состояние. Так, 68-862. Сейчас проверим. Шестьдесят восемь, 862. Все, ребята, телефон звер. Так. Балдею, балдею, балдею. Крышка номерная. Смотрите, корпус, видите? Это потом пойдет кому-то как бонусом. Ну, я поставлю копию или поставлю с донора, чтобы сделать сзади. Попробовать его, конечно, намыть, но если получится. Попробую. Не буду обещать. Ладно, ребята, уже затянул я с видосик. Этот мыкается, пыкается, не включает. Значит, вот такой сегодня у меня улов телефонов. Пишите в комментариях, какой начинать первый проверять. Только, пожалуйста, для вас это не составит труда. Поставить пальчик, подписаться и написать, какой телефон следующий мне проверять. Всегда ваш мистер Good Mobile. Ставим пальцы вверх, подписываемся и обязательно комментируем. Ждем новых видосов. Пока-пока.